Всем привет! В данном видео я хочу вам рассказать косяк установщиков окон. Вот это окно расположено у меня на балконе. Установлено оно приблизительно 4 года тому назад. Ну, отдельное слово об установщиках, то есть то, что было замечено изначально. Они задом наперед энергосберегающие стекла поставили, потом переставляли. И также одно стекло, ну, стеклопакет, поставили со сколом. Тоже они потом его меняли. Но один косяк, короче, не был замечен все вот эти вот 4 года. Сейчас я вам продемонстрирую. То есть смотрим наверх и видим, что у нас вот улица. Прям улица совсем. И так оно по всей длине окна. Как я это заметил? То есть было летом. У меня стоят москитные сетки. И, короче, залетела муха. Причем такая жирная, здоровая муха, зеленая. Я давай ее ловить. Она такая шух и улетела куда-то на улицу. Я начал смотреть и обнаружил. А сверху у меня жалюзи еще стоят тут. Ну, я сейчас их снял, потому что буду заделывать это. Дверей нету. Она шурх и на улицу улетела. Я давай рассматривать и обнаружил, а солнце как раз падало вот с той стороны, там, где я вам показывал. И все это очень-очень прекрасно было видно. Вот такая вот штука. Так что при установке смотрите, чтобы все вам запенили. И внимательно очень проверяйте, потому что, к сожалению, все вот эти вот строители, ну, большая их часть. Я не говорю, что все прям такие косячники. Но по большей части вот все они так работают. Всем спасибо, благодарю за внимание.